Моя королева, тебе открылись новые способности. Ты можешь выбрать их прямо сейчас. Всем хайку, друзья, с вами снова я, и давайте посмотрим, что у Керри. Ты вышла на новую ступень силы. Тебе открылись новые способности. Эволюция! Вот, на самом деле, думаю, вот эту способность, запас здоровья союзных единиц зергов в выбранной области увеличивается аж на 200 единиц. Скорость атаки тоже увеличивается, все круто, в общем. Ладно, поговорим с Загаром. Твоя стратегия казалась мне странной, но теперь я ее понимаю. Труды Абатура приносят свои плоды. Помнишь, о чем я тебе говорила на поле боя? Видение. Это искусство быть прозорливой? Нет. Коварной? Абатур, иди к нему. Его работа причиняет боль. Его работа даст тебе умение видеть. Хорошо. Так, Иша. Иша, когда королева клинков, когда я командовала роем здесь, на Чаре, какой я была? Могущественный. Ты сделала нас сильными и хитрыми. Мы могли жить вечно под твоим началом. А теперь? Пока ничего не ясно, но рой будет идти вперед. Если ты погибнешь, мы станем служить тому, кто поведет нас. Я глава роя, и если погибну я, погибнете и все вы. Запомни это. Ну да, логично. Так, ладно, ставка Борфилда. Не нужно читать мысли, чтобы понять, какие у Ворфилда планы на мой счет. Он понятия не имеет, с кем он связался. Ну, логично. Так, в эволюции мы, по идее, ничего нового не сделаем. Можно только с Абатуром поговорить. Расскажи мне о своей работе. Смотрю на ткань, вижу потенциал, структуру, ДНК, последовательности, сплетение, соединение. Вижу, как можно улучшить. Ем плоть, расщепляю кость. Внутри меня. Трогаю, смешиваю, переплетаю. Достигаю лучших результатов. Но не идеальных? Идеальных никогда. Идеал — цель, которая всегда меняется. Нельзя останавливаться. Хм. Хорошо, ты можешь продолжать работу. Кто, если не он, ё-моё. Так, ладно. Давайте в задание. Чтобы снова заполучить чар, мы должны уничтожить крепость тиранов. Просто так они ее не отдадут. Мы ждем лишь твоего приказа, моя королева. Так, второй уровень Керриган, задание по эволюции гиблингов и обирашки. Обирашки — это лучшее дело. Тираны окопались в своей крепости и ждут нас. Пришло время для удара. Мы прорвем их оборону и уничтожим всех до единого. Приготовиться к ядерному запуску! От этих насекомых должны остаться лишь обугленные трупы. Генерал Ворфилд собирается использовать свой ядерный арсенал. Нужно действовать быстро. Загара, займись развитием улья. А я возьму эти войска и попробую ослабить врага. Говори скорее. Я иду. У нас мало времени. Моя королева, попытайся прорваться как можно дальше, а я пока подготовлю улей. Вышли мне подкрепление, как только сможешь. Это будет кровавая бойня. Ух, я прорвусь, я так прорвусь. Это будет очень... Отбросить зергов! Ни шагу назад! Это будет очень больно. Давайте прорвемся. Вначале пойдем я на иду. Нижнюю базу, сейчас будет дотекание. У нас мало времени. Я сокрушусь. Моя королева, прибыло подкрепление. Отлично, как раз вовремя. Так. Пока прошу, все хорошо. Сейчас танк надо будет уничтожить. Вот тут вот.
Что ага, теперь? Вот так вот, отлично. Окей. Я слушаю тебя. Рой жаждет крови. И надо будет идти на верхнюю базу. Это мой мир. Тебя никто не спрашивал. Супер. Я иду. Выкладывай. Моя королева, я отправляю тебе подкрепление. Так, осталась минута. Надо быстрее. Прошу любые преграды. Рой не знает усталости. Бессмертные мои. Плюс 200 хп. Вовремя, вовремя, на самом деле. Здесь это очень нужная штука. У нас мало времени. Говори скорее. Это зерги! Эвакуируйте раненых! У нас почти не осталось времени. Сотрите их в порошок! Эти твари никогда не получат чар! Ну и ладно. Да. Чар не получим, но вас-то добьем. Хотя, стоп, если вас добьем, то и чар получим. Это мой мир. Я сокрушу любые преграды. Время для ядерного удара! Сожжем их! Моя королева, наш улей еле выдержал этот удар. Ворфилд будет наносить ядерные удары все чаще. Нам нужно пробиться в его центр тактических операций. Это наш единственный шанс на победу. Я создала кое-что, что может уничтожить тиранов. Это операции. Цепочки ДНК нестабильны, но эффективны. Веди их в бой, моя королева! Захвати эту базу, и пусть тираны бегут в страхе! Ну что ж, давайте будем действительно заниматься базой пока что, развитием. Нам нужно добраться вон туда. Операция — это довольно неплохая помощь, хоть они и действительно нестабильны, не очень сильны. Но при этом... Ну, они наносят много урона, но не очень у них много хп, насколько я помню. Пока будем заниматься развитием базы. И после того, как мы ее более-менее разовьем, мы уже можем спокойно нападать. То есть будем строить, строить, строить. Королева, в этих постройках тираны проводят эксперименты над зергами. Мы должны их прекратить. Я уничтожу лаборатории, как только смогу. Как говорится, без проблем. Ладно. Берашек вот сюда подслаем. Точнее, не берашек, а оверлордов. Замечательно. Сейчас посмотрим отсюда, что там с базой немножко. Две туретки его убьют, так что особо дальше соваться нет смысла. Клепаем. Пока клепаем. Да, улучшение будет заказывать. Потихонечку. Так что нужен второй эволюшн. Ну, он нас просканил. Что сюда ядерка полетит? Обнаружили улей зергов. Выслать штурмовые отряды. Ну, или так. Ладно, придется разгаживать, потому что... Вот здесь ты как раз учишься, что тебе приходится разгаживать почти постоянно, потому что, ну, либо ты разгаживаешь, либо, типа, у тебя ничего не будет. Ты такой, окей. Так, вот эти две лабы надо будет уничтожить. Продолжаем. Продолжаем строительство. Нужно больше квин. Нужно больше всего. Квины здесь вообще прям имба.
Но если они с армией. Если квины без армии, то они сольются. Не раз было проверено. Ну и, соответственно, если за зергов дают время именно отстроиться, то лучше это делать, потому что мы столкнулись с противником. Зерги с экономикой — это прям, прям кайф. Если зерги без экономики, то я это уже не очень много. И потом нужно будет пойти на верхнюю базу и отбивать ее. Только мы ее отобьем, там золотишко. Нам нужно больше, Веспена. Вот. Ух, ё. Запуск ядерной ракеты. Не завершить. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Уходим от ядерок. Не нужно нам по них попадать. Ладно, да. Будем стоять снизу. Что теперь? Продолжать разгаживать. Не хватает надзирателей. Да пожалуйста. Так, потихоньку продолжаем раскачивать нас. Рой жаждет крови. Еще парочку квин. Денежек на них пока благо хватает. Как-нибудь вот так вот. Говори скорее. Рой не знает усталости. Нападай! Главное не забывать их бустить. То есть, если вы их бустите... Вот эти плюс 200 хп. У нас мало времени. У вас, считайте, почти никто не умирает. Тебя никто не спрашивал. Так, надо на керри поставить. Отлично. Так. Что теперь? Невыполнимая команда. Не, ну, кстати, экономика сейчас очень даже неплохо развивается, просто надо выходить уже вот сюда. Рой жаждет крови. Думаю, этой небольшой армии нам, в принципе, хватит. Да. Главное, особо ее не разделять, иду. Конечно. Я сокрушу любые преграды. Ядерные. Говори скорее. Они запустили еще одну ядерную ракету. Мир. Рой не знает усталости. Мимо. Вперед. Просто мимо. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Я иду. Покончим с этим. Что теперь? Так. Это обогащенные минералы. Загара, пришли сюда это рабочих. Да без проблем. Улучшение завершено. Отлично. Выкладывай. Давайте все здесь уничтожим. Я сокрушу любые чтобы преграды. Чтобы нам ничего не мешало. У нас мало времени. И будем строить инкубатор. Что теперь? Все супер. Так, вот здесь вот к нам отряд пришел. Надо его убить. Продолжаем разгаживать. Здесь все пока строятся. Как достроятся, я приведу сюда рабов. Ждем, надеемся и верим, что у нас там все достроится. Я слушаю. Не хватает надзирателей.
Вот что мне нравится, то что у меня надзиратель строится мгновенно, поэтому в случае чего, как бы, проблем с этим не возникнет. И строим здесь еще сразу одну квину, и еще надзиратели, и еще надзиратели, и еще, и еще, и еще. Я иду. Мы можем строить столько на слизи. Как-нибудь вот так вот. Так. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Ворфилд выпустил по нам еще одну ракету. Где ракета? Ой, уходим. Покончим с этим. Что-то слишком близко я. Обнаружен. Да ты что, приколись, что ли? Ядерной ракеты. Тираны выпустили еще одну ракету. Говори скорее. Уже по две за раз пускает, зараза. Так, надо быстрее разгадить тогда, чтобы они не уничтожили эти опухоли, если вдруг что. Я сокрушу любые преграды. Будем уже выдвигаться, собственно. Улучшение завершено. Рабочие на золото отправлены. Моя королева, выполнив дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень. Выкладывай. Так, на базу кто-то нападает, надо сначала базу защитить. Малявки с этим относительно справятся. И потом уже нападать. Там сейчас снизу есть еще одна база, но не знаю, буду я захватывать, не буду, как его знает. Так, пусть минимальная защита здесь от воздуха построит. Просто вот эту хрень может атаковать только воздух, а у меня воздуха нет. Не, я мог бы, конечно, строить гидру, но... Будет то, что я обычно строю. Все? Все. Я иду. Идем наверх, надо будет сейчас прочищать там вверх. Так, разгаживаем. Да, вы прикалываетесь. Ядерные ракеты. Покинуть область. Скоро ядерный удар. Это мой. Так, мир. Ладно, заходим. Вперед! Я иду. У нас мало времени. Надеюсь, второго ядерного удара сейчас не будет. Хотя. Рой не знает усталости. Разница-то в чем? Черт, Керриган, ты об этом пожалеешь. Выкладывай. Так. Ждем, копимся. Бесси неплохо распространяется. Мне прям нравится. Что там? Эй! Зачем вы пошли в бой, ребята? Рано же. Ну, видимо, их выманили. Это мой мир. Черт возьми, девочка! Мы же спасли тебя! Почему ты снова стала такой? Так. Мне кажется, или моя армия немножко умирает. Чуть-чуть. Ладно, надо отходить. Выкладывай. Потом дотеканием будем бороться с ними. Сейчас, ну, мы первый, типа, пролом что сделали, теперь? Что, типа, прошли немножко, и все ок. Рой не знает усталости. Ну, жду, а чувака ты аж как-нибудь уж... Даже под бустами, видите? Времени. То есть не просто так. Я слушаю тебя. Завершено. Так, продолжаем. Все вперед, вперед, вперед. Быстренько дотекание, квины, там, не квины, всех вообще. Потом проходим. Обнаружен запуск ядерной. Тебя никто не спрашивал. Еще одна ракета. Как по графику. Покончим с этим.
Благо, они всегда идут ко мне, а это очень хорошо. Давайте сделаем вот так. Нам нужно будет сейчас в нижнюю лабораторию пройтись. Улетайте с Чара. Если вы останетесь, я уничтожу вас всех до единого. Сейчас будет дотекание, и мы пройдем. Говори скорее. Надеюсь, вовремя. Так, минералы, в принципе, добываются в большом количестве. Все ок, улучшения все сделаны. Здесь вот нам... Блин, надо наверх идти. Тебя никто не спрашивал. А то они начали мою опухоль уничтожать, это вообще не в тему. Вот так вот, давай. Бежим, 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 бежим. На разложившиеся танки, и пока они разложатся. Это круто. Мой. Что теперь? Нужно поставить опухоль, чтобы у меня не уходила моя слизь здесь. Рони, потому что если да. Опухоль разрушается, слизь уходит, это не круто, все дела и так далее. Выкладывай. Так, ладно. Всей этой большой веселой армии мы направляемся туда. Кучу зерлингов достраиваем. Тебя никто не спрашивает. Так, тоже добавляем, тоже строим зерглингов. Не хватает надзирателей. Так, надзирателей не хватает. Обнаружен запуск. Я слушаю тебя. Ракеты. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Ну и хрен с вами. Так, ладно, сейчас в лабораторию пойдем. Я сокрушу любые преграды. Покончим с этим. Это мой мир. Рой. Пока нормуль. Вперед! Новые операции готовы. Эвакуировать гражданских. Войскам держать оборону. Мне нравится. Вперед! У нас мало времени. Покончим с этим. Так, и лаба. Ронь, тебя никто не спрашивал. Фина, куда ты пошла? Героическая фина. О, вот это проблема. Не хватает надзирателей. Я уничтожила лаборатории и положила конец экспериментам. Нет. Надеюсь, тебе хорошо в компании этих клопов. Ведь вам вместе гореть в аду. Оставь чар мне, Ворфилд. Тебя. Рой жаждет крови. Ну, главную базу я им не дам уничтожить. Давайте, ребятки. Жалко, чинить мы не можем было бы. Все намного проще. Газ уже нам, в принципе, особо не нужен. Рой жаждет крови. Всё, у нас изи, мало изи. Времени. Так, кто мне тут опухоли все снял? А ну, признавайтесь, твари. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Да, пожалуйста. Нам не жалко. Давайте дотекание устроим. Может, через здесь пойти? Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Что теперь? Я вот думаю, на самом деле, можно через здесь пойти, в принципе. Какая разница? Сейчас дотекание мне добежит со всех баз. Главное, чтобы не через верх. Я иду. У
Так. Так вот мне не нравится. Ну, в принципе, добыча идет нормально. Меня все устраивает. Все ок. Раз они решили напасть отсюда, значит, мы сейчас сделаем последние дотекания. Нам нужно больше минералов. И идем в атаку. Покончим с этим. Вперед! Тебе нравится снова командовать зергами? Нравится убивать людей? Наши войска атакованы. Так. Одну четверть лимита я потерял. Это мой мир. Но другая четверть лимита будет сражаться в бою. Вперед. Обнаружен запуск ядерной. Тебя никто ракеты. Не спрашивал. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Мы попробуем. Я иду. Нет, операции, ты не должен умереть. Нет, 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 нет. У нас мало времени. Еее, бич, все выжили. Все, убегаем наверх как раз. Тираны снова запускают ракету. Покинуть область удара. Они пожалеют об этом. Команды призраков Браво и Дельта, открыть огонь! Осталось чуть-чуть. Я думаю, что в 200 хп они очень долго и болезненно будут убивать их. Болезненно для себя, долго для меня, поэтому все ок. Это мой мир. Вышлите КСМ, нужно закрыть этот... Чтобы справиться с тобой, мне не нужны артефакты Зелнага. Еще одна ракета. Как по графику. Да пофиг уже. Путь свободен. Убейте всех до единого, но генерала Ворфилда оставьте мне. Доставьте раненых к шаттлам! Мы почти на месте! Отправиться вам отряд! Я в порядке, лейтенант! Позаботьтесь о раненых! Я уж как-нибудь сам! Осталось три шаттла с тяжело ранеными. Они уже вряд ли когда-нибудь смогут воевать. У них есть семьи. Дети! Ты отпустишь их. Слышишь меня? Генерал, мы окружены. Выхода нет. Ты тварь. В тебе не осталось ничего человеческого. Ты предала нас всех. И ради чего? Своей жалкой мести. Скольких невинных ты уже убила? Скольких еще ждет смерть? Видел бы тебя сейчас, Рейнар. Ну вот, собственно, миссия пройдена.
Керриган оказался не настолько плохой, насколько он о ней думал, поэтому Ворфилд здесь оказался неправ. Вот. Мы прошли, все вроде ок. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.